У меня хоть вот покоя. Теперь у тебя. У знакомых-то хорошо. Придешь, погуляешь. У кого? У знакомых. У кого? На участке у знакомых, а не у себя. Я вчера у этой зашел к Валентине Яковлевне. Ее, конечно, нет. Да, она всегда там была. Это какая Валентина Яковлевна, Юр? Ну это там, около сторожа. Да. У которых черная собака? Лена, я ее не узнал даже. Это земляника, да? Это ремонтантная. Вот Юр, тебя сняла. Собирай всю крупную, Юра. Это я тебе оставил. Да у нас своя есть, Юра. Ну зачем это? У нас своя ягода. Лена, Толя, ну-ка, видел, ну не стыдно. Ну-ка, закрой. Я даже сняла. У меня на фотографии видно, что целый таз. У вас все равно такой нет. Фигню какую-то. Ну понятно, что у вас солнышко. Вот на вот эту попробуй. Нет, я не могу. Ремонтантную. Нет. Зеленая какая-то. А? Зеленая. Да это не зеленая, это желтая, такой сорт специальный. Вот. Видишь, какая? Мягкая здесь. Спасибо. Кислая. А? Я как красотка, я чтобы не делал все, то кислое, то сладкое. То да. Я говорю, ну когда вот хоть все по мостям будет. Это ее вот этот вот рядок, я ее поливаю и... А значит, ей здесь тоже не очень нравится. А? Значит, ей здесь тоже не... Да. Да она бы отсюда не уезжала. Но дела есть. Дела. Мне кажется, нет. Она, видно, городской житель. Да ну, ну городской, конечно. А тут вот у вас чего? Где у вас цветочки? Да, ну нет, вот есть что-то. А, вот тут вот ранетки. А тут... Да, тут розы. А это с другой стороны. А у людей картошка цветет. А это розы.